С бомбами уже работают, а Сэм вернулся из участка. Да, я слышал. И спасибо за помощь. Что? Нет, ничего. Наслаждаюсь моментом, чувство локтя и вообще. Хорошая работа. Спасибо. Впервые я тебя обогнал, а? Бомбы, террористы. А опаснее всех оказался чокнутый коп в метро. Всем собраться на командном посту. Не нравится мне это. Инженеры не хотят проиграть. В чем дело? Инженеры сняли еще одно видео. Вам нас не остановить. Отзовите войска. Переговоров не будет. Терактов будет больше. Прямое включение из столицы штата, где губернатор Зипчинский объявил завтрашний день днем сержанта Гаррета Девина. Сержант героически предотвратил газовую атаку в метро Филадельфии и спас, по мнению экспертов, не менее 100 тысяч жизней. Среди праздничных мероприятий – парад, обед у губернатора и вручение медали в здании Сената Пенсильвании. На вопрос о чествовании Дэвин ответил, цитирую: «Я просто оказался в нужное время в нужном месте». Грим, Нури в Гуантанамо. Вот черт. В чем дело? ЦРУ приволокло Резу Нури в Гуантанамо. Его сейчас допрашивают о роли Ирана в черном списке. У Нури были сведения? Надо узнать, что он там делает. Но сейчас он сидит в тюремной робе и выдает данные в обмен на милость. Если есть что сказать, говори. Ладно. Грим права. Ты облажался. Заигрался в ковбоя, а нам расхлебывать. Эй, тише, мы же исключили Иран. Неважно, кого мы исключили. Если Нури запоет, то может подтолкнуть США начать войну не с теми. Именно. И кому это может быть выгодно? Садико. Нури явно его человек. Это лишь догадка Сэма. Точно нам не узнать. Мы разругались с ЦРУ после Бенгази и Чикаго. Они ничего не скажут. Верно. Ты лишился всех контактов с разведкой. У меня есть ты. Это еще что значит? Будешь работать вместе с Грим и Чарли. Как Чарли мне поможет? Никак. Ты поможешь ему. Мы лезем туда. Туда? Вы спятили? Чарли нужны протоколы безопасности, чтобы мы могли вскрыть их защиту. Это не так просто. Нужны документы, ключ карты. Не вопрос, это я смогу. Это безумие. Не для нас. Там много наших парней, так что обходимся без убийств. Эми, усыпляющий газ и дымовые шашки избавят нас от проблем. Thank you.
На колени. Встать. Теперь вы заключенные 7-го лагеря тюрьмы на базе Гуантанамо. Кивните, если поняли. Встать, быстро! Заключенный, я ваш конвоир. Вы должны подчиняться моим приказам. Кивните, если поняли. Не думал, что ты справишься. Да. К счастью, у меня еще есть допуски ЦРУ и пара друзей. Полегче, Брикс. Нужно же порадовать камеры. Твое барахло в тайнике за прогулочной зоной. Отключу свет, чтобы ты мог укрыться. Нури со следователями из ЦРУ. Они обедают, у тебя есть время. Встречаемся в лодке? Если достану. Если? Ты принимаешь решение на ходу, я планирую по ходу. У тебя выйдет. Откуда уверенность? Иначе никак. До встречи снаружи. Стой! Найди нам выход. И тебя посадили? Ну, как видишь. И меня сюда сади, купек. Я здесь не из-за Садика. Нет? Что же ты за решеткой тогда, думаю, из-за него? Где следующий теракт? Говори. Извини, я теперь говорю только с новыми друзьями из ЦРУ. Говори. Терпи сколько хочешь, но ты заговоришь. Нет, 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 а, нет, нет, не надо. Садик послал меня отвлечь Америку, заставить напасть на Иран. Я спрашивал о терактах, не тяни. Он хотел захватить корабль. Я предоставил для этого людей. Где? Я не знаю. Больше я ничего не знаю. Иран не причастен к этим терактам. Кто стоит за Садиком? Больше я ничего не знаю. Эй, что за... Ты больной. Никто тебе не поможет. Прошу, нет. Тебе нужны руки, а мне имена. Я все скажу. Все скажу. Сэм Фишер. Анна Гримсдоттер. Айзек Брикс. Чарли Коул. Ваш самолет. 4-й эшелон. Он все знает. Все знает. Хочешь найти Садика? Он уже рядом. Я заговорил. Садик убьет меня медленно. Мне больше нечего сказать. Убей меня. Прошу. Прояви милосердие. Браво, Брикс.
doctor watches over? The soccer game? Nah. You got other plans tonight? I just don't dig soccer. Give me real football instead. Soccer is the most popular sport in the world. Very happy. Now enjoy your thrilling 0-0 time. Smart. Sniper 1 checking in. Everything's clear. Гляньте сюда. Don't tell me they got you on the train patrol again. Stupid arrest. Everybody's got orders. Well, you must have really pissed someone off to keep getting that duty. You can stop rubbing it in any damn time you want. Sorry, man. I'll think about you when I'm smelling the fresh ocean breeze. Uh-huh. Real goddamn fun. What's the holdup, soldier? Hard to do repairs when you can't see anything. You're gonna let a little thing like a blackout keep you from doing your job? Черт, быстро они. No, sir. It's just that we're going to... Yes, sir. Fix that goddamn tire. Несколько убитых. Ищем гада.
Отлично. Брикс, как слышно? Прием. У меня получилось достать катер. На юг вдоль берега. Понял. Берегись. Аварийка заработала. Нужно торопиться. Рано или поздно они найдут то, что осталось от Нури. Сэм, если что, у арбалета есть несмертельные стрелы. Надеюсь, обойдусь без них. Запомни, Сэм, охранники свои. Убьешь кого-нибудь, им не придется отозвать тебя. Иначе они вызовут спецотряды и служебных собак. Ни звука. Давно эта дверь открыта? Что за херня? Кто-то тебя вырубил. Здесь кто-то есть. Приступить к поискам. Помощь не помешает. Ладно. You do not know how to stack boxes. Two more on top there and that whole thing's coming down on your head. It's just boxes. You just finish what you're doing and after that stack falls over on you, I'll show you how to stack boxes properly. Whatever.
Ладно, берет банк. Лагерь Рентген. Ты почти у цели. В лагерь Рентген. Ты почти у цели. Funny, they don't show crap like this on recruiting posters. Hey, it beats the hell out of getting your ass shot at in some desert somewhere. Well, action might not suck. Spoken like a man who's never been in a firefight. I'm just kind of bored. The worst thing is being bored. Trust me. Lancer 2 reporting in. All quiet here. Нашла, где перебраться с помощью троса. Все лучше, чем от собак отбиваться. Я в рентгене. Так, иди насквозь. Доберись до берега, там тебя будет ждать Брикс. Выхожу из лагеря. Иди вдоль побережья. Найди Брикса и сваливайте. Уже иду. Грим скажет, когда можно. Ты все узнал? Нури послал сюда Садик. Отвлекающий маневр, чтобы успеть захватить корабль. Американский огонь. Новый удар. Точно. И еще одна проблема. У Садика есть вторая цель. Мы. Я позволил... Извинения приняты. Я был неправ. С кем не бывает.
Зато мы ушли из Гуантанамо. Жаль, похвастать нельзя. Привыкнешь. Да. Мы еще не выбрались. Брикс, вы как раз между патрулями. Панель пропал. Понял. Нашем счету пополнения.